Председатели национальных общин Крыма собрались за круглым столом. На повестке дня один вопрос – разработать совместный план реализации указа президента России о мерах реабилитации депортированных народов. В ходе обсуждения было принято решение, что в самые короткие сроки должна быть разработана комплексная программа, состоящая из двух основных разделов. В основе решения первоочередных социальных проблем. Прежде всего, строительство жилья, дорог, детсадов, школ, ФАПов, газопроводов, водопроводов и так далее. И очень серьезные вопросы решения правовых и организационных мероприятий по земельным участкам по депортированным населению. Чтобы учесть все нюансы и потребности каждого народа, обсуждение будущей программы пройдет внутри общин. А для анализа полученных результатов предложено создать и специальную рабочую группу. Учесть вот процентное соотношение очень сложно будет, но однозначно понятно, что указ есть, и нужна какая-то федеральная программа, которая бы серьезно подошла к решению этих проблем. Поэтому вот все-таки надо возвращаться к рабочей группе. На обсуждение и внесение предложений решено установить двухнедельный срок, после чего программа будет представлена на утверждение Совета министров республики. Юлия Ходакова, Сергей Козырь. Время новостей.